все три смартфона серии Xiaomi 12 не получили продвинутой системы охлаждения, как, например, у IQOO. Просто во всех моделях внутри корпуса Xiaomi сделала большую испарительную камеру. В этом плане модели 12X лучше всего, потому что там стоит не флагманский Snap 870, а испарительная камера посчитана на большую температуру нагрева. Как многие пишут, если ежегодно покупать флагманы Mi на топовых процессорах Qualcomm, то лет через 5 смартфон сможет заменить обогреватель. С этим я в принципе соглашусь. В данном случае Genshin на максималках разогрел смартфон до 53 градусов. Минимальная температура была 38,5, а средняя 42 градуса. Snap 8 Gen 1 в игре проседал, но в целом он выдавал около 40-42 FPS стабильных за игровой сеанс. Минимально кадры проседали до 26. Мне не совсем понятно, что можно ключевого добавить в игровой тест, если мы говорим про топовый Snap 8 Gen 1 от Qualcomm, что на нем может не пойти.